Дорогие друзья, я приветствую вас на Всероссийской Олимпиаде школьников по химии, прекрасном мероприятии, которое имеет очень давние традиции, очень давнюю историю, которая началась в 1938 году. Вы уже большие молодцы в том, что вы участвуете, в том, что вы приехали сегодня к нам, в том, что многие из вас победят, получат достойные призы. Я хочу прежде всего вам пожелать, чтобы вы использовали вот это участие в Олимпиаде как старт вашей будущей карьеры. Вы знаете, что ваш успех на Олимпиаде в значительной степени может определить поступление в вузы, а поступление в вузы – это ваша дальнейшая судьба, ваша дальнейшая жизнь. И я вас поздравляю с тем, что вы выбрали естественные науки, что вы выбрали химию в качестве своей будущей профессии. Вы знаете, я вот могу сказать, что ничего нет интереснее, чем заниматься наукой, ничего нет интереснее, чем заниматься современной химией. Химия меняет нашу жизнь, химия определяет наше будущее, и вы как раз те, кто будет это воплощать в нашу жизнь. Я желаю вам успехов, желаю вам вернуться с призами, желаю вам вернуться с прекрасными ощущениями, желаю вам заполнить вот этот вот дух соревновательности, дух Олимпиады, и мы, конечно же, в самых разных вузах и в Московском университете, прежде всего, ждем вас в самое ближайшее время. Приходите к нам заниматься наукой и становиться людьми будущего. Успехов вам!